Ну или голубая будет, наверное. Нет, у них крылья советов. Да, горит у него. Горит у них там. Лопа. Ивантеевка с лайфл сделала. Слай Фокс обыграла. Все поменяли там псевдонимы. Как я вовремя скажу? Борис, ты лучше. Давайте обыграем сейчас. Алена хочет от тебя детей. Гость, ты псевдоним поменял? Псевдоним?
Ясно. А ты сколько за? Хули. Слушай, вот если я считаю, я в натуре выезжаю. Ты горе админал, ты мячик выбивай, только не придумай ничего. Да, не беги вперед. Денис тебя не подстрахует. Да. Да, я понимаю. А мы дома, не они? Да, мы дома. Поехали. Ракомофон. Ракомофон. Фристайлер. Денис уебан. Сделаем все хорошо. У меня 38 температура. Камон. Камон уже, да? Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Приветствую всех телезрителей. Думаю, нас сегодня ожидает отличный матч. До конца чемпионата еще несколько матчей, а чемпион может определиться уже сегодня. Хорош, хорош прессинг. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Санчес. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Неплохо, хороший пас получился. Хорош. Атака остановлена, но кто получит мяч? Левандовский. Вратарь намертво забирает мяч. Игра головой, мяч остается у его команды. Тут может что-то получиться. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл. Сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Головой отдал он мяч партнеру. Посмотрим за этой атакой. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Балотелли. Пирло. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник.
Мяч на боковой линии. Да, Денис. Игорь остался, беги вперед. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. За боковую выбивает мяч. Они защиты. Тоже волнуются. И пробил. И на месте голкипер. Опасно. Отличный сейв вратаря. И вот потери в центре поля. Санчес. Все верно, края надо чаще задействовать. Забивать можно. Ну, чуть-чуть был. Офсайд игрок, по мнению судей. Ничего себе. Видит партнер и мягонько головой скидывает ему мяч. Барри. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Хорош. На этом атака окончена. Офсайд. Так, Денис, не бросай его. Елене. Рамос. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Насри. Заброс вперед. Мяч будет введен из зала. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. Я вот это держу. Вадим это или кто? Хорош. Ну, мы с вами прекрасно знаем, обработка мяча решает много. Насри. Хорош. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Все в рамках правил, можно играть. Левандовский. Я вижу. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Нет, я с двумя. Насри. Мяч покинул пределы поля. Игорь, немножко ниже. Там Женя же. Не ниже, в смысле, ну, на правую сторону хорошо. Пока неплохо. Ну, вот сейчас один из меня был. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче?
Поторопился игрок с рывком, вне игры фиксирует. Какой-то, знаете, между собойчик. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Момент для удара. Соперник подаст угловой. Не знаю, что будет. Внимательнее. Что-то не все вышло. Атака остановлена, но кто получит мяч? Они набегают на них. Держим зоны тогда, зоны держим. Мальчик показывает на угол поля. Будет подача. Или розыгрыш, посмотрим. Лев, держи ближний. Левандовский! Ух! Счет в матче остался ничейным. Слишком поторопился игрок, залез в офсайд. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Попытка обострить игру. Отобран мяч, надо возвращаться. Левандовский. Это может быть опасная атака. Мяч летит в штрафную площадь. Он явно задумывал немного другой навес. Конец. Даник, чтобы его успевать перекрывать, надо ближе к нему быть, а не ближе к центру. Просто ближе к флангу будь и все. Перерыв закончен, команды на поле, арбитр дал сигнал начинать, и у нас второй тайм, поехали. Хорош. Гутьенс. Тут может что-то получиться. Хороший гол. Они закрепились на чужой половине, теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Ничего не слышно. Он что-то вылетел, что ли? Это может быть опасно. Будет угловой. Здесь защита справляется, мяч отобран. Блин, у нас... Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Барри. Отличный отбор, но кому-то... Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Не надо. Вратарь в прыжке забрал мяч намертво. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой.
Пирло. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Санчес. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Пирло. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Блестящий. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Пошли последние полчаса игры. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Санчес. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Отличный навес. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Красиво. Опасно. Фух, выдохнули. Можно начинать свою атаку. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Санчес. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Давай. И пошла передача. Защитник прекрасно обороняется. Не позволяет. Ставь, не имеешь права. А вот это пенальти. И если сейчас забивает команда, очень вероятно, что и матч выиграет. И тут очень важна выдержка, причем с обеих сторон. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Тут все сделано как надо. Хороший гол, просто замечательный удар. Наконец-то счет открыт, а то в первом тайме мы немного заскучали. Посмотрим за этой атакой. Вот это да, отличный перехват. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Левандовский. Грубоватый удар поворота. Не точно уже. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Насри. Пока неплохо. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. Рамос. Барри. Левандовский. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Отлично сыграно, надо решать. Отставание в один гол превратить в победу. Такова их задача на концовку игры. Да, действительно, задача не из простых. Но если не получится, то можно все будет решить уже в следующем матче. Мяч ушел вам. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Пас в штрафную. Игрок обороны оказывается первым. В мяче плохая передача. Мяч остался у них. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? И арбитр показывает желтую карточку.
и здорово играет в защите. Да, так бывает. Заигрались в атаке и провалились в обороне. Но в этом матче это было недопустимо. Да, и мне кажется, что чемпионский матч переносится уже на следующий тур. Сегодня уже ничего не решить. Мощнейший удар, конечно, получился. И, как следствие, великолепный гол. Да, такие мячи не берутся. Претензии тут надо предъявлять не вратарю, а спрашивать нужно в первую очередь защитников. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, красивейший гол. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Балотелли. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Овец. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Мяч у защитника, он сыграл надежно. Итак, 2-0, все, финальный. Я быстро. Ну надо, блин, сделать скрины, когда я их сделаю. А после матча ты